Всем большой привет! Сейчас покажу вам процесс варки свежевыловленных раков. Вот мы их сегодня достали из нашей пруда, из нашего. Для того, чтобы сварить раков, нужно взять хорошую кастрюлю, довести воду до кипения, предварительно посолив ее, две столовых ложки, и еще можете по вкусу добавить. Ну, соль они не берут. Раков нужно подготовить к процессу, чтобы вода у вас кипела. А если варите с укропом для вкуса, порежьте немножко укропа и добавьте его в воду. То есть вот такой вот рецепт. Раков, которые уже чувствуют этот процесс, можно высыпать одновременно, а можно их по одному. Прям окунаете, бросаете их в кипящую воду, чтобы вода покрывала полностью. И на максимальном огне, помешивая, нужно варить раков недолго, до 3-4-5 минут, когда закипит. Дождаться закипания воды, при этом можно помешивать. Рак. Они становятся ярко-красными, то есть их хитиновый покров становится ярко-красный. И варить не более 5 минут. После закипания воды варить не более 5 минут. Рак становится красный. Его не переваришь. И затем с помощью шумовки вы должны выложить их на блюдо. Выложив на блюдо, можно сразу приступать кушать их. Вот такие вот у нас раки. Спасибо за внимание.